А если вы не являетесь продавцом, но у вас есть ряд нерешенных проблем, прямо сейчас поблагодарите жизнь за все, что она вам дала. Если вдруг что-то не получается, идет не так, как хотелось бы, или вы сталкиваетесь с трудной ситуацией, может быть, это сигнал о необходимости признания того блага, которое у вас уже есть, и напоминание о необходимости быть благодарным. Может быть, Вселенная хочет обратить ваше внимание на те дары и то, что происходит в вашей жизни, а вы проходите мимо и не обращаете особого внимания или принимаете это как должное. Каждый день в вашей жизни происходят хорошие вещи. Другое дело, как вы их воспринимаете. Даже если в настоящий момент вы оказались в самых стесненных обстоятельствах, надо заставить себя думать о хороших перспективах, концентрироваться на том изобилии, которое вам доступно, например, на природе и ее дарах, и благодарить за то, что у вас уже есть. А у вас есть жизнь, бесценный дар. Посвященные учителя учат нас, что жизнь – это великий дар, и если человек искренне благодарен за этот дар, то он получит и все остальное. Thank you.